составе Мурада Канаева, Арипа Ибрагимова, Магомеда Хасанова и Арсена Магомедова. Посещайте сайт wrestag.ru, и вы найдете много интересной о вольной борьбе. На ковре Б победу одержал Мурад Курамагомедов. Квалификационная схватка в категории до 125 килограммов. Вот. В красном трико Адам Даурбеков, из Ингушетии. В синем трико Магомед Амин Дибиров, Республика Дагестан. На ковер А приглашаются. Счет пока. Ахмед Касумов, Россия, Дагестан. Дибирова. И Шамиль Амаров, Россия. Магомед Амин Дибиров младше своего соперника, но тем не менее более титулованный. Он дважды становился победителем молодежных первенств Европы прошлого и позапрошлого годов. Совсем недавно эти борцы встречались между собой на турнире памяти Суроката Асиатилова. Напомню, что этот турнир проводится среди тяжеловесов, только в одной категории, среди тяжеловесов. И там, выигрывая по ходу встречи 4-2, Магомед Амин Дибиров на последних секундах пропустил проход в ноги от Адама Даурбекова. И победителем там вышел как раз борец из Ингушетии. Контролирует этот поединок Магомед Амин Дибиров. Счет уже 5-1 в его пользу. Если Магомед Амин не потеряет концентрацию в оставшиеся минуты с лишним, то скорее всего именно он будет победителем в этом противостоянии. По крайней мере, на данный момент он достаточно хорошо контролирует ход поединка.
остается 15 секунд до конца встречи. Счет на табло вы увидите, друзья. Тибера взял. Внимание, на ковре С. Победу со счетом 5-1 одержал Магомед Амин Гибиров, Дагестан.